Всем привет! В этом видео мы составили топ МФУ, которые будут актуальны в 2022 году. В нем не будет сравнений между ними, у них нет никакой иерархии. Это те устройства, которые смогут конкурировать с новыми в следующем году. И откроет этот топ HP InkTank 419. Почему он? В оригиналом нет более 300 клиентов, которые выбрали его в последнее время. И понятно почему. Доступная цена. Очень популярная струйная МФУ со встроенной СНПЧ. Дизайн аппарата отличается от многих других своими спортивными синими вставками. Печатает, копирует, сканирует, обладает всеми нужными функциями для комфортной домашней печати. Выдаст вам качественные отпечатки фотографий и текста. У HP есть еще одна модель, которая набирает популярность. Это Smart Tank 530. Устройство с необычным дизайном и отличными характеристиками. Перед тем, как мы расскажем про следующее устройство, не забудьте поставить лайк и подписаться. Это поможет нашему каналу развиваться. Следующий участник нашего топа – это Canon PIXMA G3411. МФУ попало в наш список не просто так. Домашнее устройство с хорошей цветопередачей и качественной печатью изображений и текста. С момента продаж в нашей компании это устройство поселилось более чем в 200 квартирах. Домашний аппарат, который обладает функциями печати, сканирования и копирования. Создаст множество отпечатков и фотографий в хорошем качестве. Его выдержанный дизайн подойдет для любого интерьера. И последний в этом топе, но никак не в списке, Epson L3160, модель, которая не сходит с топов уже несколько лет и будет актуальна в будущем. Встроенная система непрерывной подачи чернил уместилась в очень удобный коробок, который позволит аппарату расположиться на любом столе. МФУ предназначена для домашней печати, но его часто берут в маленькие офисы. Общая сумма проданных устройств от оригинала МНЕТ за полгода составляет более 400 единиц. Он умеет печатать, копировать, сканировать, и это все с хорошим разрешением и достаточно отличной скоростью. Аккуратный и многофункциональный аппарат, который справится с вашими запросами без особых усилий. Ну что ж, вот такие модели в нашем списке топ-устройств. И давайте подведем итоги. Маловероятно, что в 2022 году разработчики всех компаний сделают невероятный прорыв в печати и техника улучшится в характеристиках в 3 раза. Все устройства из этого списка будут актуальны и дальше. Их спокойно можно приобретать в 2021 и не думать о том, что будет лучше. Это как с айфонами. Да, корпус сделают более минималистичным, добавят одну камеру, в нашем случае емкость для цвета, и все. Характеристики останутся приблизительно такими же. Поэтому взять одно из этих устройств к себе домой или в маленький офис – это будет верное решение. Надеемся, мы смогли помочь вам с выбором. Используйте расходные материалы оригиналом нет и экономьте на каждом отпечатке. Всем пока!